огромный привет! И сегодня в этом видео я продолжаю вам рассказывать о своих летних новинках в гардеробе. И сегодняшнее видео будет посвящено еще одному очень классному и мной любимому сайту, который называется ChicWish. Уже также не первый раз я делаю заказ с этого сайта. Мой самый первый заказ — это была очень классная белая кружевная юбка и замечательный, очень милый летний рюкзачок. И в этот раз я заказала немножко побольше вещей, и давайте не будем терять время и приступим. Также еще сразу хочу сказать, забыла то, что доставка с этого сайта по сравнению с другими сайтами очень-очень быстрая, буквально, наверное, за 2,5 максимум недели все вещи приходят в целости и сохранности. И также этот сайт отличается разнообразием своей одежды. На этом сайте очень-очень много различных винтажных, можно так сказать, вещей, очень интересных, которые вы не встретите на других сайтах. Итак, давайте начнем. Первое, что хочу вам показать, это уже на мне две вещи с этого сайта. Это юбка и топ. Вернее, ну такая, можно сказать, футболочка. Надеюсь, что вам хорошо видно, у вещей очень классное качество, ни нитки не торчали, швы все ровные, материалы тоже очень приятные к телу, то есть все очень-очень классно. Также стоят они тоже недорого. Вот сейчас вам покажу сзади, как это смотрится сбоку. В общем, вот такая юбочка и футболочка. Футболка, это она немножко прозрачная, с очень красивым таким рисунком на ней, очень красивые цветочки и также вот эти вот прозрачные элементы. Поэтому, конечно же, под нее нужно надевать либо маечку, либо какое-то такое более симпатичное белье. Вот, но в майке, я думаю, будет жарко, в принципе, белого бюстгальтера будет достаточно, это не выглядит как-то вызывающе. Вот, у нее такие немножко удлиненные рукава, но в целом мне это очень нравится. Ее можно сочетать абсолютно с любыми вещами, например, даже вот с этой юбкой, смотрится, по-моему, замечательно. Юбка сделана в форме такого колокольчика, очень красиво, как мне кажется, сидит на фигуре, возможно, ну, так подчеркивает талию благодаря своему широкому поясу, и расцветка тоже у нее такая симпатичная, но в то же время универсальная, то есть и яркая, но одновременно можно найти очень много сочетаний с этой юбкой. Далее еще одна очень красивая вещь с этого сайта, это вот эта замечательная, как мне кажется, немножко винтажная блузочка, благодаря вот такому замечательному красивому воротничку. Он сделан из кружева, и на этом воротничке очень красивые бусинки. В целом выглядит очень красиво. Блузка это размера S, и в целом она мне подошла и по плечам, и в рукавах тоже. Единственный момент, что немножечко вот здесь вот в груди она немножечко так маловато, совсем чуть-чуть, но я решу эту проблему с помощью того, что просто немножечко перешью здесь пуговички, чтобы было немножко посвободней. Очень тоже на хорошего качества, также цвет очень красивый. Эту блузку будет замечательно носить, например, летним вечером. Мне кажется, в такой блузке даже можно пойти в какое-нибудь кафе. Очень-очень она такая красивая, мне она безумно-безумно понравилась. И вот такая джинсовая рубашка. Качество у нее так же, как и у всех предыдущих вещей, хорошее, никаких нареканий в этом плане нет. Она сделана из очень такой довольно-таки плотной джинсы, и, конечно же, летним жарким днем ее не оденешь. Но, например, прохладным вечером летним вполне можно ее носить. Также еще ее можно надевать на распашку, то есть не застегивая на пуговицы, например, сверху, поверх, вернее, белой маечки, и таким образом она будет выглядеть как курточка. Мне размерчик подошел, рукава все идеально, также посмотрите, какая здесь прелесть и какое очень красивое кружево здесь на плечах у этой блузки. Мне кажется, ой, то есть рубашки, мне кажется, это очень-очень красиво смотрится, по крайней мере, в магазинах лично я ничего подобного не встречала, а нашла лишь только на этом сайте. Мне кажется, это очень мило и женственно смотрится.